Вот реально говорят, что в Украине самые красивые девушки. Это получается факт. Я уже убеждаюсь в этом. Ну, все, не смущай. Ну, ладно. Не буду смущать больше. Ты не скроешь свои глаза. Танхоэйас, танхоэйас, гарьон дарабейконаде. По национальности? Я таджик, я круче тебя это говорю. Итак, всем привет, дамы и господа, с вами Хасанов в чате, ваш любимый проект, телепроект или нет, YouTube проект, пусть будет так. Друзья, что ж, мы в прошлую неделю запустили рестарт, скажем так, данного проекта, и вам очень сильно понравилось. Я видел по просмотрам, по статистикам, там 50 тысяч просмотров. Реально мы обрадовались, что до сих пор нас смотрят, до сих пор нас поддерживают. Поэтому мы решили его продолжать. И сегодня как раз таки мы для вас будем записать новый выпуск, поэтому обязательно пишите комментарии, какая часть видео вам понравилась. Поставьте лайки, не забудьте подписаться на канал, а также подписаться на канал скрипача и канал гитариста. Ну, вы их знаете, Сунатуло и Хусрал. И, друзья, как всегда, бегите за попкорном и кока-кола. Приятного тебе просмотра. Погнали. Привет. Никуда не уходи. У нас для тебя сюрприз. Так, ты, я так понимаю, любишь слушать песни. Ты слушаешь, да, так? Разные песни слушаешь на русском. Хватит это терпеть! Hi! No, stop, don't skip, please. What is your name? Don't skip, please. You're so beautiful. What is your name? Okay. What is your name? Your name, name. I am Frankie. Да что ты, черт побери, такое несешь? Как тебя зовут? Оэна. Как зовут? Олена. Олена, nice to meet you. Олена. А меня Фарух. Взаимно. Look, мы хочу спеть тебе. Да, давай. Песню. Fine? Good? Nossa, así você me mata. Ai, sucho, pego, ai, sucho, pego. Ai, delícia, delícia, así você me mata. Ai, sucho, pego, ai, sucho, pego. Ei, uau! Стой. Я пытаться на русском тебе петь. Окей? Mm-hmm. На русском. Мне очень, честно, очень классно. Thank you very much. Но у меня много ошибок. Хорошо? Ну, так как я музыкой не занимаюсь, мне показалось, что это вообще идеально было. Thank you very much, правда. Ляд есть. Шаш ми минор. В этот звездный вечер никого нет, только гитара и я. Играю так грустно легче. Когда в небе сияет луна, лишь у нас словно речи. Струны подпевают вместо меня, музыка ведь лечит. Но бывают грязочения. Я бы брал счастье сил, но мне грустно шепчет струна. В небе видно
много звезд, но так одинока луна. Я бы про счастье спел, но мне грустно шепчет струна. В небе видно много звезд, но так одинока луна. Как вам? Это очень красиво, ты большой молодец. Спасибо тебе огромное. Друзья твои очень классные правы. Спасибо, на самом деле мы притворялись, что мы американцы. У тебя есть Инстаграм? Оу май. Да, конечно, есть. Хочешь мне написать? Да, написать. Обычно все происходит наоборот. Да, почему-то я тоже вот покраснел. У тебя там есть музыка, я хочу еще послушать, очень классно. Благодарю. Слушай, у меня к тебе такой вопрос. На какой минуту ты поняла, что мы на самом деле знаем русский язык? Ну, ты поняла, что мы русские. Что мы на самом деле что? На какой минуту ты поняла, что мы не иностранцы? Кстати, только что. Только что? Серьезно? Мы ребята из Душанбе. Благодарю. Мы старались, да. Мы ребята из Душанбе, Таджикистан. Наверное, ты знаешь. Вот. Центральная Азия. Ну, я слышала, но я там не была. А вот обязательно приезжай, потому что тут здорово, тут очень красиво. Да, мы ждем все. Вот, мы именно тебя ждем. Напиши в Инстаграм, я обязательно с удовольствием отвечу. Как раз таки новая песня наша вышла, заценишь обязательно. Хорошо? Только я не помню, как у меня Инстаграм называется, но напиши, я заскриню. Вот, я написал уже. А как ты написал? Ну, написал. У меня просто цифровой компьютер, я говорю, она сама пишет. Это магия. Как видишь, продвинутый город. Это что? Продвинутый город называется. А ты... Так вы не с Украины, да? Нет, конечно нет, мы не с Украины. А ты, я так понимаю, с Украины, да? Да, вот реально говорят, что в Украине самые красивые девушки. Это получается факт. Я уже убеждаюсь в этом. Ну все, тебе. Не смущай. Ну ладно. Не буду смущать больше. Да, так что... Ладно, дальше буду смущать в Инстаграме, когда я... Я жду именно вас. Обязательно я приеду. Давай, я тогда... Покажешь нам там местные клубы. Хорошо. Пока-пока. Что? Потом я тебе расскажу. Пусть будет секретик. Давай, спасибо, береги себя. Hi. Hello. Hi, where are you from, brother? I'm Aruba. Where are you from? I'm from India. You're from India? What is your name? You. My name is Roman. Ah, nice to meet you, Roman. I am Farooq. Farooq from? Yeah, from USA. USA? Yeah, America. Nice to meet you. Right. Look, brother, we want to sing a song for you. Yeah, you'll get you. Accepting this? Do you have time to check it? Yeah? Nice? Let's go. I hope you know this song, brother. Yeah. To hi ho jannat meri, to hi mere jaanon. To hi ho jannat meri, to hi roho ka sukoon. To hi aankh hone tandak, to hi dil ko hai ronak. Aur kuch na jaanon, bas na itna hi jaanon. मेरा बदकता है यारा मैं क्या करूं तुझ मेरा बदकता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता
लगता है यार मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यार मैं क्या करूं takes you while I'm singing, you know, because I don't know the language. It's amazing. Thank you. And your turn now, just you have to sing something, you know, like. No, I don't know singing, but actually I used to listen music. You used to listen music and you love it so much. Yeah. But actually but you can actually, try. What actually you sung, try. What did you sing? It is rightly very good that I never before listened such thing. Wow. Wonderful. I thought that it's popular in India or not? Yeah, of course. It is very popular. And if you will try in India for singing competition, you will be selected definitely. Hope this shit. Thank you very much, brother. Okay, bro. Thank you very much. Okay, bro. Regard my hello to everyone, to your family. Bye bye. Здравствуйте! Здравствуйте! Как вас? Все хорошо? А? Как у вас дела? Хорошо. Слушайте, давайте мы вам споем песню на русском. Только да, как ты уже сказала, да. Ну, я надеюсь, что тебе понравится. А вы не материтесь, типа, или что? Что? Вы не материтесь? Нет, материмся. А, ну окей, гоу. Пусть будет так. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговороты людей. Ой, мама. Че, как вам, понравилось? А это твой ремикс какой-то? Ну, не ремикс, конечно, таки. Мы его просто сейчас придумали, для вас спели. Сейчас придумали, через секунду, тогда давайте споем что-нибудь. Ну, мы, конечно, можем его по-другому, но мы решили, что вот этот вариант гораздо лучше звучит. Ну, это чисто наше мнение. А вам понравилось? Да, очень сильно. Очень сильно. О, спасибо. Слушайте, есть еще такое предложение, мы вам споем еще одну песню, и вы в конце угадаете, на каком она языке. Хорошо? Давайте. Все, готовы? Только очень внимательно слушайте, потому что это важно. Слушаю ваш. Первый вариант – русский. Да ладно, это шутка. Второй вариант – турецкий. Нет, мимо.
Ну, как там этот иранский? Ну, очень близко. Ивицкий. Смотри. То есть носители этого языка живут в Центральной Азии. Азия? Что? Центральная Азия это где? Серьезно? Ну это по соседству в соседнем доме. Ладно, далее. Другие. Рядышком. Очень-очень. Таджикский? Да. Вы попробуйте еще раз говорить это. Таджикский. Я ебу, как это говорится, я русская, блядь. Таджикский. Молодец, да, вы угадали. Пятая попытка, и вы угадали. Молодцы. А как вы поняли? Вы просто рандомно. Во-первых, потому что, блядь, таджикский. Других вариантов быть не может нахуй. Не русский, почему не может? Почему не может? Слово по национальности. По национальности? Я таджик, я круче тебя это говорю. Ты уже забываешь русский язык, ты в курсе? Нет. А ты... хорошо, пусть будет так. Учитесь хорошо, девчонки, я вам советую, серьезно. 21 век просто. Азырмысыны забы? İzini kaybettiğim duygulara birleşik kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile yandakmakmış aşk. Ansızı kumusuz su kelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharla yapraklar sararken sende işinin günü aşk. Bir, iki, üç, dört. İstersen yak, savur, dağıt beni yarala. Al bütün param, yoğun sindir. Sen dokun ziyan, diğer yarıma. İstersen yık, acıt, kanat beni parçala. Ölsem de kıyan seninindir. Sen dokun ziyan. Nasıldı? Ağzınıza elinize sağlık. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz abicim. Hadi bir komikler var mı sizin için? Bir şarkı söyler misiniz bize? Ben bilmiyorum ya. Ya da bir şiir ya. Hiçbir şey mi bilmiyorsunuz? Yani şarkı söylemeyi bilmiyorsunuz değil mi? Aynen. Eh. Yok yani. Keşke söyleyebilsem ve dökebilsem her şeyi içindeki. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Abicim nasıldı yani? Biz Tacikistanlıyız. Türkiye'den değiliz. Ama Türkçe'yi biliyoruz. Çok güzeldi. İyi mi de? Hadi. Evet, ağzına sağlık. Teşekkürler. Tacikistan'a gelin tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hadi güle güle. Görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi. Ну что ж, дорогие друзья, вот и все. Конец этого выпуска. Я надеюсь, что вам понравилось. И также вы поддерживаете лайками своими комментариями. И обязательно подпишитесь на канал. Кстати говоря, чуть не забыл. Сунатулло Ходжаев у себя на канале выпустил прикольную мелодию. Бригада, вы его уже знаете, полная версия с участием Хусрав. Поэтому заходите на его канал, посмотрите, чекайте и передайте привет от меня. А также наш дорогой Хусрав притворился бомжом у себя на канале, поэтому залетайте тоже на него, чекайте, вам обязательно понравится. Увидимся, до следующего. Итак, до скорого, дорогие друзья. Чмоки, пока!